Здравствуйте, друзья мои! Пусть мир от Бога придет изменить вашу жизнь. Это программа «Шоу Веры». В ближайшие полчаса доктор Суарес придет к вам с простым Словом Божьим. На самом деле Бог очень прост. Вещи Бога очень объективны. Мы хотим показать вам, как легко получить благословение Господа. Легко достичь присутствия Бога. Легко получить ответ от Бога, меняющий вашу жизнь во имя Иисуса. Для этого важно, чтобы вы приложили свои усилия, чтобы слушать Слово Божье. Слушая Слово Божье, вы получите понимание, как выйти из некоторых ситуаций. Иногда это трудности, иногда проблемы более серьезные. Но Бог даст свое Слово, оно придет, чтобы дать нам свет. Библия говорит, что Господь – мой свет и мое спасение. Если Бог принесет свет для вас, вы узнаете, как выйти из тяжелой ситуации. Абсолютно во имя Иисуса Христа. Также совсем скоро посмотрим историю из реальной жизни, где увидим одного человека, говорящего, что Бог сделал для его жизни, для его семьи, то, в чем он нуждался от Господа, и он получил. Затем послушаем некоторые ответы на вопросы людей, которые нас ищут. И, наконец, после всего этого мы будем молиться за вашу жизнь, мы будем призывать силу Бога, веруя, что Бог остается верным, остается в той же форме, что было в прошлом. Он остается сегодня, и Он будет жить в вашей жизни во имя Иисуса. Хорошо? Итак, переходим сейчас к слову веры, представленному доктором Суаресом, а затем в конце я вернусь во имя Иисуса. Давайте посвятим Иисусу эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, так хорошо быть здесь, в этой атмосфере веры, где будет действовать Бог, Иисус будет творить чудеса. И можете быть уверены, что наш Бог, тот, кто не отказывал в прошлом, не отказывает сегодня и не откажет никогда. Он действует. Я хочу видеть Божью работу здесь сегодня. Сегодня день единения, это ваш день открыть сердце, это ваш день быть исцеленным, освобожденным, благословленным, озаренным, преображенным, возрожденным, помазанным, способным выполнить волю Господа Бога. Давайте обратимся к Деяниям апостолов, 19 глава, и вы увидите здесь кое-что очень простое, но очень сильное, что вам необходимо понять, чтобы Бог действовал в вашей жизни. Когда вы слушаете Слово Божье, оно вас озаряет. Если вам понравилось лишь озарение, вы будете озаренным всю жизнь, но будете жить таким же образом, как вы жили раньше. Обратите внимание, так как есть очень многие, живущие так. Человек был болен и остается больным. Был грешником и остается грешником. Он был банкротом и остается банкротом. Но почему он не получил больше от Бога? Потому что не был просвещен. Большая опасность, которая сопровождает народ Бога, людей, это опасность, именуемая религией. Люди считают, что, обращаясь к Евангелию, они должны быть религиозными. И хотят быть более религиозными в этом, чем остальные в других религиях. Евангелие не религия. Евангелие – это контакт с Богом, это сила Бога. Это возможность использовать все, что у Иисуса есть для вас. И бессмысленно вам находиться в церкви, быть христианином, так как если вы не были просвещены о том, что находится в вашем распоряжении и как этим воспользоваться, это самое простое, вы потеряете благословение Бога. Апостол Павел, это здесь в 19 главе, провел встречу с братьями, в которой он открыл это, посмотрим, во время, глава 19 Деяний. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, что есть Дух Святой». Давайте разберемся в этом. Павел был несколько обескуражен. Они были учениками. Это мы ученики Иисуса, но полностью повержены. Не имели этой духовной силы, той энергии, которую чада Божие должны иметь, такого сильного слова. И Павел сказал: так что же неправильно с этими людьми? Может быть, только что в них нет Святого Духа.
вы приняли Святой Дух, когда уверовали?» Они ответили: «Мы даже не слышали, что есть Святой Дух. Они теряли великое благословение Евангелия». «Почему, доктор Суарес?» «Потому что Бог – Отец, Сын и Святой Дух. Бог, Святой Дух приходит жить в нашем сердце. Он дает нам 9 даров. Один из них – говорить с Богом на языке Бога. Другой – понимать этот язык. Другой – пророчествовать. Следующий – выявлять духов. Человек придет говорить с вами об одном, а вы выявляете, кто это говорит за него. Говорит ли он от себя самого, от Бога или от дьявола. Другой дар – это слово познания. Вы смотрите на что-то, как если бы вы уже знали это раньше. Это называется божественным откровением. Другой дар – это дар слова мудрости. Вы смотрите в некий стих, и стих растет и становится наимощнейшим посланием. Еще один дар веры – это человек не печальный, это человек-победитель, человек позитивный, человек, с которым приятно поговорить. Другой дар – совершать чудеса, удивительные вещи. И другой дар – даже во множестве дары исцелять, потому что так важно сегодня. И они там были, мы христианин, мы повержены. И Павел: «Послушайте, друзья, вы получили Святой Дух, когда уверовали?» Так вот это слово: когда вы поверили, вы исцелились. Когда вы поверили, вы стали действовать иначе. Когда вы поверили, вы стали лучшим мужем, лучшей женой, лучшим сыном, лучшим сотрудником, руководителем, лучшим другом. Стали человеком, в котором есть Бог и который несет Бога людям. Вот, доктор Суарес, я не знал, что нужно меняться таким образом. Вот именно, потому-то мы должны объяснять, а вы должны усвоить не только то, что для вас существует, эти благословения, но и как их получать. Павел заметил, что не хватало Святого Духа. Апостол Петр задал похожий вопрос. Это там, в книге Деяния, апостол, глава 9, когда он увидел Инея, который был парализован уже 8 лет. Он сказал: «Иней, исцелит тебя Иисус Христос. Сестра Полина, Иисус Христос исцелит тебя. Брат Иван, Иисус Христос исцелит тебя». Мы должны проповедовать это слово, так как с течением времени люди начинают считать, что получают благословение по достоинству. «Ах, но недостоин быть исцелен». Такого не существует. Это разговоры религиозных. Иисус выкупил для нас право быть исцеленным. Где это сказано, доктор Суарес? Исайя 53, 4 и 5. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Так поэтому вы не должны говорить: «Я не знаю, я недостоин, я столько молюсь, я пощусь каждый день. Есть люди, что смотрят меня, которые делают так: Иисус, дорогой, исцели меня. Брат, мы прекратите это». Вы никуда не придете. Вы должны усвоить, как вам получить благословение. Вы должны открыть то, что Иисус понес ваши немощи, и сегодня занять позицию и сказать: «Дьявол, ты не останешься больше в моей жизни». Нет. Когда вы поверили в Иисуса, вы приняли Иисуса и все, что Иисус имеет, человек, который оставляет Иисуса и принимает сатану на всю жизнь. И все, что у дьявола есть плохого – вечные страдания, болезни, нищета, испорченная, исковерканная жизнь, наркотики, проституция. Все это потому, что дьявол может дать только это. Иисус сказал один раз, это в Иоанне 10:10. Он провел линию, отделяющую его от дьявола. Перейдем к Иоанну 10:10, чтобы вы это увидели. Вы должны посмотреть на это, брат мой. Мы не были призваны, чтобы быть религиозными. Если вы религиозны в Евангелии, вы полностью противоречите Слову Божьему. Посмотрите, Иоанн говорит здесь, Иоанн, 10 глава, 10 стих. «Вор», он называл дьявола вором, потому что дьявол остается вором, «приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком».
Брат мой, все остальное – это обман. Понимаете, не бывает по-другому. Давайте предположим, что здесь в городе был человек очень богатый, и он оставил 100 тысяч квартир для 100 тысяч человек, которые зарабатывают меньше минимальной зарплаты. Вы придете туда, вы кто зарабатывает меньше, смотрите, я зарабатываю 90% минимальной зарплаты, квартира ваша. И это было условием. Он оставил квартиры тем, у кого дети образованы. Смотрите, я дал образование детям, вот их диплом, глядите, так, квартира ваша, согласно условиям. Каковы условия, чтобы вы получили благословение? Верить. Павел сказал, вы уверовали, получили Святой Дух, когда уверовали. Что же происходит с вами? Если бы он там встретил банду голодающих, все такие, но ведь вы получили благословение процветания, когда вы поверили. Какие вы хитренькие. А, мы христиане, вы знаете, вы получили освящение, когда поверили. Брат мой, когда мы принимаем Иисуса, Евангелие дает нам все благословения. Нет ни одного, которого мы бы не лишены. Столько, сколько их есть обетований, у Бога все они имеют в Иисусе, да, и этого слава Богу. Итак, вы должны открыть глаза, очнуться, проснуться. Я живу неправильно. Мой разум живет лишь грязными мыслями. Многие христиане такие. Демон безнравственности, зная, что вы не будете использовать свое тело, так как вы не дурак, использует ваш разум, так как в этом вы дурак. И человека охватывает платоническая страсть и провоцирует безумство, и он мечет туда-сюда. Ситуация накаляется, накаляется, и человек прекращает получать благословение Божие, так как он уже запятнан. Но что я буду делать? Просите Бога сжечь эти недостойные мысли. О Боже, пошли свой огонь, чтобы сжечь это внутри. Я не хочу оставаться идиотом, думаю так. Нет, как эти вот глупцы, эти бедолаги, которые продают в газетных киосках журналы с голыми женщинами, и дурак как смотрит, о, вот это фигура. Эта фигура приведет вас в ад, вы правы. И на такие вещи приведут вас к пребыванию в доме сатаны. Что с вами происходит? В час, когда вы поверили в Иисуса, все, что Иисус сделал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это было положено на ваш счет. Тот, кто от Иисуса, но не крещен Святым Духом, вы должны покончить с этим и принять это крещение. У тебя нет силы, ты неудачник. Это дьявол играет с вами, заставляя делать то, что он хочет. Но, доктор Суарес, я уже только просил. Прекращайте просить, получите во имя Иисуса. Те, кто просит исцеления, перестаньте просить и получите сегодня исцеление. Пошлите зло прочь. Тут сейчас жизнь полна всевозможных долгов. Доктор Суарес, мой дом разваливается на куски. Он похож на место, где никто не живет, заброшенный дом. И не только этот, нет, этот дом тоже разваливается на части. Это ваш дом, нужно провести в нем уборку и пойти туда, сделать уборку и бороться с Богом и победить. Если кто-то побеждает, почему бы не вы? Апостол Павел был обеспокоен. Посмотрите, возвращаемся к Деяниям 19. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Проповедник, который был там, имел понятие только о крещении Иоанна, ничего больше. Есть проповедники, которые понимают лишь проповеди, но не в божественном исцелении. Нет, сегодня Бог не исцеляет. Где вы видели такое в Библии? Есть проповедники, не верящие, что Бог возрождает брак. Ах, сестра, брось этого мужчину, найди другого мужчину. Есть только мужчин, ищущих женщин. Брось эту женщину. Есть только женщин, ищущих. Это грязь. Но я уже слышал о проповеднике, который делал это, который советовал. Он понятия не имеет, что же такое освящение. А, ну это не проблема, нет. Осторожно с тем, что говорят люди. Нас будут судить по 66 книгам. Вы знали о том, что вас будут судить по 66 книгам? Это те, что образуют Святую Библию. И книги раскрыты были 66. Если вы приступили то, что говорится в 66, вы будете осуждены. И что же мне делать? Читайте Библию. Изучайте. Бог вам объяснит.
Глядя в 66, вы откроете одно обещание. Вы можете верить, что Бог исполнит это обещание вашей жизни. И в чем же вы нуждаетесь, доктор Суарес? В исцелении. Я не выдерживаю больше. Смотрите, тяжело ходить. Иногда колено отказывает, и я падаю. В моих ногах нет силы. Моя голова кружится, доктор Суарес. Мои глаза затуманены. Похоже, что в них дымка. Что же, это не может быть от Бога. А, доктор Суарес, я не могу сделать это, я не могу делать то другое. Мой брат, моя сестра, когда вы поверили, вы получили полный набор. Все, что Иисус сделал, было ради меня, ради вас, ради всех людей. Если вам это не объяснили, я вам это объясняю сейчас здесь. Апостол Павел затем, смотрите, что он сделал с этим затем. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. И услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Крестились заново, потому что у них была искаженная вера. У кого искаженная вера, то вот нецелостен. Итак, Павел их крестил водами, во имя Иисуса для чего? Для очищения от грехов, возрождения сердца, освобождения тела от плоского, освобождения тела от греха, чтобы похоронить старого человека, чтобы из-под вод вышла новая личность, у которой произошло возрождение сердца. Итак, Павел сделал целостную работу, и что случилось в дальнейшем, здесь сказано. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Святой Дух, и они стали говорить иными языками, пророчествовать. Если были больными, бросили костыли и пошли. Если были слепыми, бросили трость и отправились в путь. Если были людьми, живущими сгорбленными, выпрямили тело и начали ходить прямо. Это то, что Бог делает. Они не знали. Павел их проинструктировал, что делать, инструкция. В дальнейшем окрестил, и они подчинились, возложил руки, и они исполнили Святого Духа. Это послание Евангелия. Это перерождение полной истины, чтобы вы стали новым созданием. Это то, что Бог хочет сделать в вас. И с теми, кто сейчас находится в церкви, и в вас, кто сейчас дома и смотрит меня, кто сейчас плачет, но столько боли, у меня депрессия, я теперь только лежу, я больше не принимаю ванну, прекратите это, люди не выносят больше этого запаха, нет. Идите в ванну и помойтесь, воспользуйтесь парфюмом, смените одежду и поднимите голову и скажите, Боже, я буду победителем, это правда, друзья, мы не можем жить таким образом, мы имеем только одну жизнь, здесь и сейчас. Если будем побеждены здесь, будем побеждены навсегда. И если будем победителями, будем победителями навсегда во имя Иисуса. Аминь. Дайте мне теперь благословить вас, Отец, во имя Иисуса. Я передал слово, эти люди просыпаются. И есть очень многие, миллионы людей говорящих. Итак, я хочу это благословение, я хочу победы. И я буду этим человеком более чем победоносным, более чем благословленным. Я прошу сейчас исцеления для этих людей. От макушки головы до подошвы стоп. Внутреннего исцеления, Отец, спасение этих жизней, чтобы они наполнились Святым Духом, исцеление тела, чтобы они были исцелены от любой болезни, от немощи, исцеление финансового, чтобы у них не осталось долгов, кредитных карт, сложенных стопками, чтобы они стали победоносными людьми. О мой Бог, я прошу теперь счастья дому, возвращение любимого, любимой. О мой Бог, реализация этого человека. Я прошу освобождения от наркотиков, сына, дочки, мужа, жены. Я прошу теперь достоинства. О Боже, покончи с проституцией в этой жизни, покончи с пьянством, покончи со всем, что недостойно. Я прошу достоинства для всех этих людей во имя Иисуса. Скажите аминь. Я помолюсь сейчас, чтобы Бог поверг на землю все то, что негодно. Доктор Суарес, это слово прямо обо мне. Я живу потерянный в жизни. У меня депрессия, у меня печаль, у меня тоска, меланхолия. Я повергнут. У меня внутри нет стойкой личности. Она упала, побеждена. У меня больше нет вдохновения. Доктор Суарес, я человек, который, похоже, чужой в этой жизни. Я буду молить Бога дать вам это освобождение. Вы хотите, чтобы Бог изменил теперь вашу сущность, чтобы вы стали энергичным, энергичным во Христе Иисусе. Поднимитесь, так я молюсь за вас сейчас. Я хочу, чтобы эта молитва была за меня. Значит,
значит, вы можете ждать, что рука Бога снизойдет сейчас сюда. Теперь склоните голову, закройте глаза. Отец, я молюсь сейчас, чтобы Господь сотворил чудо внутри сердца каждого человека. Есть люди, которые считают, что уже пережили свое, Отец, что должны уже были давно умереть. Этот человек не знает, что Господь готовит для него в ближайшие дни. И он теперь поднялся, говоря: «Я хочу теперь сбросить этот груз, что лежит у меня на плечах. Я хочу освободиться из этой тюрьмы, которая меня связала. Я хочу, чтобы она была разрушена. Я хочу найти себя во Христе. Я хочу жить. Я хочу сейчас, Боже, уйти от этой печали, от тоски, от этих слез, что не проходит, от этих переживаний, от этой обиды, что меня искажает, от этих мыслей уничтожить человека, который, я думаю, что меня предал. О, мой Бог, я сейчас прошу перемен для этого человека. Я прошу, Боже, жизни для него. Я прошу освобождения. И, дорогой Отец, я хочу сейчас исцеления этого человека. Я буду использовать теперь Твою силу, чтобы повернуть на землю все, что мешает. Во имя Иисуса я связываю все действия дьявола в этой жизни. Я связываю тебя, дух самоубийства, который толкает этого человека покончить жизнью. Дух тоски, грусти, раздражения, меланхолии. Я сейчас связываю тебя, дух, который заставляет этого человека даже отдавать свое тело тому, кто ему даст горсть мелочи, ибо я тебе запрещаю теперь действовать в жизни этого человека. И я говорю: забирай все свое сейчас же и убирайся. Убирайся сейчас, я приказываю. Убирайся грусть, убирайся депрессия, убирайся тоска, убирайся страдания, убирайся все, что негодно во имя Иисуса. Отец, прошли сейчас свой огонь, чтобы сжечь эти злобные мысли, эти порнографические мысли, эти мысли о педофилии, эти мысли о недостойном. Предай огню все, что недостойно, Боже, засуши сейчас, уничтожь, Божий огонь, сожги полностью сейчас. Я желаю освобождения этих людей во имя Иисуса Христа. Я сейчас проклинаю все это страдание, и я приказываю: зло, уйди из этого человека. Зло, убирайся из этого человека. Сейчас же покинь, чтобы никогда больше не вернуться во имя Иисуса Христа. А вы скажите: Отец, я принимаю свое благословение. Я принимаю свое благословение. Я признаю свое благословение. Я теперь стану другим. Откройте теперь свое сердце. Начните, призывая имя Иисуса. Скажите Отцу, что именно во имя Иисуса вы будете молиться. Что именно во имя Иисуса вы получите свое благословение. Что именно во имя Иисуса зло будет разрушено. Вот так. Можете уже направиться к болезни, что у вас в теле, и сказать: ты уйдешь во имя Иисуса. Ты уберешься во имя Иисуса. Как та сестра, вы можете даже сказать: дочь моя, вернись домой во имя Иисуса. Не существует силы больше, чем сила веры, которая разрушает любое проникновение зла, которая разрушает всю ложную дьявольскую страсть, которая разрушает все деяния ада. Мой Отец, я един с этим человеком. Я подключен сейчас к этой жизни, сейчас мой Бог, объединяюсь с ней, чтобы свергнуть на землю все, что от дьявола. Я объединяюсь теперь с этим человеком, чтобы разрушить действие ада. Я просто уверен, Отец, что Господь будет действовать, что Господь протянет сейчас свою руку, и я уверен, что будет. Я знаю, что Господь уже делает это, и я хочу, мой Бог, чтобы все эти люди сейчас получили благословение. Начните сейчас молиться, друзья. Тут теперь молитесь серьезно. Это духовная битва. Вы победите. Я держу победу. Мы победим сейчас. Победа за нами. Враг уже у нас под ногами. Враг проиграл битву. О, мой Отец, протяни теперь свою руку, чтобы исцелять, чтобы освобождать, чтобы преображать, мой Отец. Я буду использовать власть, которую Господь дал мне. Я говорю сейчас, объединяя свою веру с вашей. Демон страдания, уйди из этого человека. Демон колдовства, шаманство, оставь сейчас же этого человека. Демон рака, убирайся. Демон проказа, убирайся. Неприятности, ты живешь, лишь провоцируя несчастный случай с этим человеком. Он все время падает на пол, он все время переживает тяжелые времена. Поэтому я тебя теперь прорицаю, я тебя связываю, я тебя изгоняю, я тебе приказываю сейчас во имя Иисуса Христа, оставь эту жизнь. Хорошо, возвращаемся сюда, в нашу студию, и вы, телезрители, поняли, что слово Бога требует четкой позиции. Что это за позиция? Смотреть на Слово Божье,
верить в это слово, применять это слово в жизни, и вы почувствуете слово Бога в своей жизни. Прямо сегодня, прямо сейчас, возможно, я говорю с людьми, которые уже чувствовали нечто лучшее, происходящее с ними. Боль уже уменьшилась, уже разрешилась. Другая проблема, более серьезная, не знаю. Если вы этот человек, я приглашаю вас воздать славу Богу. Не только лишь у себя дома, но прославлять Бога свидетельством. Это наш телефон и наш имейл, который мы поместили на экране, чтобы вы связались с нами, оставили свои контакты, вышли с нами на связь и рассказали, что Бог сделал, или, может, чего Бог не сделал, но вы уверены, что сделает. Потому что здесь мы хотим молиться за людей, хотим благословить вашу жизнь и верим, что Бог привел нас сюда не случайно. Не чтобы посмотреть, что получится, но чтобы открыть вам слово, и это слово изменит вашу жизнь. Тех друзей, кто чувствует призыв быть спонсорами этого дела, хотим пригласить всех стать частью этого дела во имя Иисуса. Благословение Бога бесплатное, вы не платите, чтобы быть благословенным. Но Бог вдохновляет людей, чтобы благословить нашу жизнь, чтобы благословить наших домашних, а также чтобы сохранить эту программу. И если вы один из них и чувствуете призыв Бога, вы сейчас возьмете свой телефон, позвоните нам, скажите нам свои данные, и мы вас сориентируем во имя Иисуса. Если вы не хотите или не имеете возможности позвонить нам, вот наш имейл, который тоже доступен во имя Иисуса. Договорились? Мы подошли к последним минутам этой программы. Да пребудет с вами Господь, и до встречи во имя Христа.